Международный женский день – это праздник для всех женщин, время подарков и добрых слов. И потому уже с первых дней весны все мы с радостью начинаем готовиться к встрече с поистине всенародным праздником прекрасной половины человечества. В преддверии замечательного праздника на прием к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены женщины со всего района. Ветераны труда и многодетные мамы, учителя и врачи, операторы машинного доения и предприниматели, экономисты, социальные работники и активные общественницы – все они пришли в районную администрацию на прием в честь Международного женского дня. И вы со всем этим справляетесь и параллельно бываете добрыми, нежными, чуткими, любящими, любимыми. И это, наверное, самое главное, что вот дает мужчинам определенный стимул к жизни, желание, может быть, творить, желание работать, желание что-то побеждать. В трудную минуту с вами можно поделиться, и, как мы говорим, оно отходит в сторону печаль, либо беспокойство какое-то. Поэтому за все вам большое спасибо. И, конечно же, настроение этого предпраздничного мероприятия самое доброе и теплое. Было рассказано о каждой из приглашенных. Они сочетают успешную профессиональную деятельность с общественной работой, счастливы в семейной жизни, воспитывают детей и внуков. Вы маленькая история, наверное, для нашего района, уже состоявшиеся люди, для своей семьи. Вы пример для подражания. Поэтому спасибо вам, что вы есть. Вы сегодня и строите, вы сегодня и лечите. Вы сегодня, куда ни глянешь, и все ваши профессии. Все вы делаете. Но вы успеваете и воспитывать детей, и заниматься общественной работой. Славянские артисты исполнили для всех собравшихся прекрасные песни. В них говорилось о весне, о любви и о женщинах, которые неотделимы от этого чувства. От любви хочу я петь. От зари и до зари, от любви хочу тебе этот мир весь подарить. О каждой из собравшихся здесь можно долго говорить, не жалея самых высоких слов. За добросовестный труд, высокий профессионализм, душевную щедрость и нравственную силу и в честь Международного женского дня все приглашенные были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Когда еще и глава района замечает твой труд, это особенно приятно. 8 марта – это женский день. В моей семье, правда, 3 дочери. И более того, в моей семье еще 4 сестры. Я из многодетной семьи, и у нас одни девочки. Поэтому я желаю всем женщинам счастья, здоровья, мира, чтобы все женщины улыбались, никогда не расстраивались. Это очень значимо, когда поздравляет глава района. Чувствую, что вот труд не напрасен. И хочется с новыми силами творить, учить, жить. Хочется всем пожелать огромного-огромного счастья. Женщинам просто женского счастья, семейного благополучия. Все поздравляют. Старший сын, младший сын. Конечно, такой вот важный, дорогой день. Когда поздравляем мы, не только вот мужчины поздравляют, но и мы, женщин, друг друга поздравляем. Потому что все равно женщины у нас как бы везде. И руководящие должности занимают, и мамы активные. И все это успевают, все это сочетают в себе. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес славянских женщин. Пусть им всегда и во всем сопутствует удача и ни на минуту не покидает их прекрасное праздничное настроение. Пусть весна принесет теплоту и счастье, и обычные будни засияют новыми красками. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».